На утро после попойки особенно проявляется воздействие алкоголя на мужские гормоны. Уровень тестостерона падает. Оставьте меня. Через 12 часов он уменьшился на 30%. Это результат того, что под воздействием алкоголя тестостерон превращается в эстроген, и в организме мужчины начинают происходить изменения. Уменьшается размер яичек, снижается количество сперматозоидов в сперме, меняется фигура. У всех мужчин есть молочные железы. Они очень малы, но если мужчина часто и много пьет, то уровень тестостерона снижается, и железы увеличиваются. Конечно, они не станут вырабатывать молоко, но грудь по форме становится все больше похожа на женскую.